Друзья, всем привет! Сегодня хочу поделиться подборочкой, в которой я собрал 5 полезных самоделок из обычных пластиковых канистр, которые пригодятся как в гараже, так и в мастерской. Я решил вкратце объединить то, что я делал раньше, из канистр и показать это все в одном видео. Так что желаю вам приятного просмотра, ну а я буду начинать. Из двух 20-литровых канистр получилась неплохая тумба с выдвижными ящиками. Можно класть туда различные метизы и некоторые инструменты. Если у вас нет таких канистр, то поспрашивайте у знакомых, может у них или у их знакомых они есть, и они не знают, как от них избавиться. Так было в моем случае. Получился отличный кейс из пластиковой канистры. Я сделал для дрели и шуруповерта, так как я чаще пользуюсь этими инструментами в паре. Дрелью просверлил, а шуруповертом прикрутил.
Также в кейс помещаются все сопутствующие такой работе инструменты. Набор сверл, рулетка и так далее. Ничего не вываливается, не гремит и легко собирается. Опять-таки, вы можете сделать такой кейс под свои задачи. Тут вас ограничивает лишь фантазия. Как вы видите, получилась классная переноска со встроенной лампочкой. Это позволит работать в условиях плохого освещения. Все компактно и быстро убирается или разбирается. Это удобно, особенно когда подключаешь что-то мощное и необходимо размотать бухту полностью, чтобы не пригреть провод, который может в скрученном виде запросто коротнуть от большой нагрузки.
Вот такие ящички можно сделать из 5-литровых канистр за каких-то 10 минут. Естественно, кто-то скажет, что можно сделать из фанеры или из досок. Я не буду спорить, деревянные ящики и прочнее, и практичнее. Но, во-первых, нужно покупать материал, а во-вторых, они сложнее в изготовлении. А с пластиковой канистрой справится любой. Да и наверняка у вас или у знакомых завалялись ненужные канистры, так что покупать их не придется. Как вы, наверное, поняли, получился простенький рукомойник. Я закрепил его на перфорированную ленту, но оставил слабину, чтобы было легко вынимать канистру. Напишите в комментариях, как вам такие самоделки из пластиковых канистр. Ну а если у вас есть еще какие-то идеи, как можно применить пластиковые канистры, то не стесняйтесь, пишите в комментах свои идеи. А на этом на сегодня все. Если понравилась такая подборочка, то поддержи меня лайком, подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. Всем хорошего настроения, всем пока!